Уважаемые коллеги, кто из вас слышал, что такое ChatGPT и почему его считают тем ресурсом, который угробит Google? Вот я провел эксперимент, как налоговый консультант, я написал запрос, пускай этот искусственный интеллект придумает смешную историю про российские налоги. И смотрите, что получилось. От себя хочу сказать, что в ближайшее время, в ближайший год все поменяется. С таким искусственным интеллектом это же только первая ласточка. То есть я думаю, что будет появляться очень много. Значит, самым крутым парнем на планете Земля будет тот, кто будет владеть этим ресурсом. Потому что все делается в 1000 раз быстрее, красивее, правильнее, четче. Смотрите.